Пятиэтажка в переулке Долотной Куйбышевского района Самары. Плановый ремонт этого дома должен был состояться лишь в 2021 году. Но ждать еще 6 лет для жителей показалось долго. Узнав об инициативе управляющих компаний сделать ремонт в тех домах, жильцы которых примут активное участие в выборах, собрались вместе и проголосовали. Каждый житель должен голосовать. И должен отдать свою позицию за и голос, и участвовать в выборах. Сейчас в доме ведутся работы по ремонту межпанельных швов. В будущем жителям также предстоит самим выбрать, какой еще вид работ необходим зданию. Подобные работы уже завершились и в соседней девятиэтажке, жители которой также проявили активность на выборах прошлого года. У нас дом стал гораздо приличнее. И прилично на него посмотреть, не такой обшарканный. Вот. И мы довольны то, что произведены эти работы. А мы проголосовали великолепно. Все 100% дружно сходили на выборы, проголосовали за хорошего руководителя. Обязательно на выборы будем в первых рядах. С предложением делать ремонт в тех домах, где проживают жители с активной гражданской позицией, выступили управляющие компании в прошлом году. Областные власти инициативу поддержали. Из регионального бюджета направлены средства на ремонт более 1500 многоквартирных домов и благоустройство их дворов. Так, в Куйбышевском районе отремонтируют 37 домов. Перечень работ входит ремонт фасадов домов, значит, ремонт межпанелей швов, ремонт подъездов и ремонт отмостков и подходов к подъездам. Всего же в Самаре ремонта в этом году ждут 204 дома. На работы дополнительно из бюджетов всех уровней выделено порядка 80 миллионов рублей. Поощрять наиболее активных избирателей будут и впредь. На ремонт могут рассчитывать дома, 80% жителей которых придут на выборы 13 сентября. Павел Бимаков, Константин Головин. События.